Разведка сообщает, что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Приготовиться! Вижу берег. Вас поняла. Стрелок 6-4. Улетаем через 10 секунд. Вас поняла. Не попали. Вас поняла. У нас здесь гранатомет. Черт, черт, не попали. Пишу цель. Конец связи. Всем быть начеку! Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции в полукилометре отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед!
втором этаже. Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично! Занять позицию на прорыв.
А вот и наши парни! Так точно! Так точно! Не стрелять! Это свои! Никаких признаков Аль-Асада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть на чеку. Цербер, с тыла! Кажется, он здесь. Я его слышу. Выполнять! Чисто! В комнате чисто. Его здесь нет. Эфир пущен на запись. Она поставлена на повтор. 1-0 в пользу военной разведки. Крикс, выключи ты это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушайте меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход.